Принято всегда говорить о чувствах женщин, о их переживаниях, несдержанных эмоциях, но мало кто думает о чувствах мужчин. Может, потому что им принято быть сильными? Мало того, мы осуждающе смотрим на мужчин, которые проявляют себя эмоционально. Он сильный, но при этом очень ранимый. Он гордый, вспыльчивый, но при этом запросто готов отдать все той, которая проявляет немного нежности. Он не плачет, но при этом готов расплакаться от искренности. От мужчин принято ждать комплименты, хотя они катастрофически нуждаются в них сами. Он грубый, но при этом готов быть нежным с той, которая в его присутствии будет слаба. Поздравляю вас, наши мужчины, с этим прекрасным праздником, День защитника Отечества. Продолжайте нас любить, оберегать, защищать. Мы очень сильно нуждаемся в вас. А мы, в свою очередь, будем стараться бережней относиться к вашим эмоциям. Люблю вас!